Hello, hello. Hello, and happy November. Hello, happy Monday to you. Hope you're doing great and you had a great weekend. Maybe you had a Halloween party, I don't know. So, hope you're doing great. Всем здравствуйте, что пока собираемся. Меня зовут Елена, я преподаватель английского онлайн-школы All Right, и вы смотрите серию бесплатных уроков английского в прямом эфире. Для тех, кто впервые попал на мой эфир, напомню, что эфиры проходят понедельник, 14:00 по московскому времени. Это у нас средний и высший уровень, или школьники и старше. Среда, 14:00 по Москве, это у нас дошкольники и старше, или начальный уровень. Предыдущий эфир у нас был посвящен Хэллоуин. Был эфир как для взрослых, так и для маленьких. Поэтому, если вы еще не смотрели, у нас на IGTV канале здесь в Инстаграме можно посмотреть. И даже, по-моему, уже на YouTube выложили видео. Кстати, о социальных сетях, да, то есть вы можете везде на нас подписаться. У нас есть YouTube канал. Вот вы сейчас в Инстаграме, мы есть ВКонтакте, в ТикТоке. Так, что еще? И мой любимый Телеграм-канал. Поэтому там везде информация разная. У нас есть и грамматические подборки, и вокабулярные, и всякие разные полезные советы по изучению английского языка. Поэтому независимо от того, изучаете вы язык самостоятельно или с преподавателем, с репетитором, подписывайтесь и узнавайте полезности. Так. Okay, so and I remind you as usually that I usually answer the questions at the end of the lesson. Напоминаю, что на вопросы я обычно отвечаю в конце урока. And we've already had a couple of lessons where there were 5 minutes with the guest. Да, у нас появилась новая рубрика в уроках для старших. Это эфир с гостем. Поэтому, если вы хотите посмотреть или поучаствовать, пожалуйста, дождитесь после основного урока, который я сохраню как эфир. Я перезайду. И будет 5-10 минут розыгрыш участия в моем эфире, и вы сможете поучаствовать или посмотреть. И прошу вас, если вы хотите участвовать, то будьте готовы говорить на английском, естественно, и вы можете около 3 вопросов мне задать. Любых. Единственная просьба, как обычно, это тактичность, да, и цензуру никто не отменял. Okay. So the previous topic was Halloween, and before that, if you were present, we talked about comparisons and comparative adjectives. Мы с вами говорили еще до Halloween о сравнительных прилагательных, да? So we made comparisons of two things, like stronger than, better than, more beautiful than, less beautiful than, and so on. And so today we talk about superlatives. Sorry for the lamp. Superlatives. Comparing many things or people. So sometimes you need to compare just two things, and for that you need the comparatives. But when you want to compare one thing to many things or one person to many people, then you will use the superlative. То есть если вы сравниваете больше двух, то есть три и больше, тогда вам понадобится превосходная степень сравнения. Если сравниваем двоих, то more than, bigger than, better than. Если сравниваем больше, чем 2, то есть 3, 4, 5 и так далее, или одного по сравнению с остальными, тогда мы используем превосходную степень сравнения. So, first of all, let's look at some examples and tell me whether these sentences are correct or not. So, as usually, correct, incorrect, yes, no, plus, minus. I read a lot of books on subject, and this one is best. То есть, если вы считаете, что это предложение правильное, поставьте thumbs up, plus, yes, correct. If you think it's incorrect, then please write incorrect, minus, thumbs down, or no. So, I read a lot of books on subject, and this one is best. Все ли верно с этим предложением? Так, судя по скорости ваших ответов, еще не все проснулись в понедельник. Так, окей, okay, there's a plus, there's a yes.
Okay, so three people already think that this is correct. For those of you who are watching me for the first time, I remind that I will not comment on these first sentences so that after you watch the lesson, you can re-watch it and maybe change your mind. Поясняю. Как обычно, первые предложения, которые я даю вам до правил, я их не комментирую, чтобы вы могли пересмотреть в записи после правил эфир и, возможно, изменить свое мнение. Okay, let's look at this one. So, I wake up earliest on Mondays as I go to a yoga class. Correct, incorrect. I wake up earliest on Mondays as I go to a yoga class. Is this sentence correct or incorrect? What do you say? Okay, somebody says yes, somebody says no. Okay, somebody says no as well. Okay, let's take another one. Which student in the class is the happiest? So is this sentence correct or incorrect? Which student in the class is the happiest? Okay, people are still typing for the previous question. So what about this one? Which student in the class is the happiest? Correct or incorrect? Okay, somebody says correct. There's a plus. Okay, somebody says no, that's interesting. Okay, let's take another one. Lucy wakes up earliest in her family. Lucy wakes up earliest in her family. So is this okay or not okay in terms of grammar? Okay, somebody says incorrect. Any other options? Is there anyone who thinks that this sentence is grammatically correct? Lucy wakes up earliest in her family. Okay, somebody wrote incorrect. The correct option for this word is incorrect. So not un, but in. Okay, I get your answers. Now, let's talk about the correct way to use superlatives. And first of all, if you remember the comparatives, we have most adjectives, but some of them are irregular. So first, let's talk about most adjectives and then about irregulars. Итак, большинство прилагательных, да? Как мы будем использовать в превосходной степени сравнения. So we add the, then we use the adjective with ending est, such as slow, the slowest. Usually we should use the definite article the before superlatives because superlatives are unique. Если вы помните, когда мы разбирали с вами артикли определенные и неопределенные, мы говорили о том, что the в том числе ставится с уникальными предметами, людьми, явлениями и так далее. Поэтому в данном случае, когда мы говорим о превосходной степени сравнения, то самый быстрый, самый большой, самый высокий, самый умный является в своем роде уникальным, да, поэтому superlatives the чаще всего мы используем. So, the slowest. If our adjective, so adj is a short option for adjective, if your adjective has a y at the end, so what we do, we add the. Then we take the adjective, put away the y, and add, again, iest. Or you can substitute y with i and then add est. То есть, проще говоря, то же самое, только y меняется на i, да, в этом окончании. Such as happy, the happiest. Mm-hmm. The happiest. I am the happiest girl on earth, you may say. I hope you are happy today. But if you're not a girl, then maybe you're a woman, a man, a boy, a child, whatever. Just hope you're the happiest. Okay, if your adjective has one syllable, ends with a vowel and a consonant. Итак,
если у вашего прилагательного, напоминаю, один слог, syllable слог, он заканчивается на vowel and a consonant, то есть гласное-согласное, тогда you need to double the consonant and then add EST, то есть нужно удвоить вашу согласную, которая в конце этого слова. Проще говоря, big, очень короткое прилагательное, да, один слог, буква I гласная, G согласная, значит, в данном случае the biggest. We double letter G in this word. Mm-hmm. So this is a common situation for comparatives, superlatives, and also if you are making, let's say, past simple out of verbs, which also have one syllable, a consonant, and the vowel at the end of the word. Then, if you have a long adjective, such as three syllables, or maybe four syllables, or maybe even more syllables, I don't remember such adjectives right now, but if you have a long adjective, then you take the most and then adjective, or if it's the lowest comparison, then the least adjective. For example, beautiful, big word. So we take the most beautiful or the least beautiful. Так, just one moment. Wanted to pause back. Okay. So again, если у вас прилагательное, в котором много слогов, например, три, да, или четыре, тогда вы добавляете the most или the least. То есть если в большую, да, сторону, тогда the most, если в меньшую, то тогда the least. Okay, somebody says, for example, interesting, more interesting, the most interesting. Right, you are. So interesting, it is a long adjective, considered to be long. Then more interesting is a comparative state. И тут, смотрите, может быть же и в меньшую степень, да? More interesting, less interesting. Мы это проходили в comparatives. Или в данном случае the most interesting or the least interesting. Then, finally, we have irregular adjectives. Okay, who remembers from the comparatives what two irregular adjectives I gave you? And, well, actually, they're the most common irregular adjectives. Кто помнит, какие неправильные прилагательные мы разбирали на comparatives? Их всего два, и это самые основные, которые используются всегда во всех учебниках, во все времена и для всех народов. Так, я пока читаю ваши комментарии, напоминаю, что на общие вопросы я отвечаю в конце урока, чтобы не сбиваться и успеть дать вам всю информацию. Okay, and yes, we have, so good and bad I gave you, and it was better and worse. So here, if we talk about superlatives, we will need the best and the worst. Очень часто я встречаю у детей в ответах the goodest, и the baddest, и gooder, и better. Поэтому, пожалуйста, вот это мы должны выучить. То есть good, better than, the best, и bad, worse than, и the worst. И когда вы пишете сравнительную степень прилагательных, пожалуйста, помните использовать than. То есть не просто better, да, а better than. Так же, как и с superlatives, превосходной степенью сравнения, нужно использовать the. Okay, now interesting idea that probably not all of you know is that if you use the adjective before the noun, the superlative adjective, you should use the. But if you have the adjective at the end of the sentence, so after the noun, you can omit using the. И вот кто-то в комментариях еще написал, да? Little less, the least. Да, правильно. Полный список неправильных прилагательных вы, конечно же, можете найти в интернете. Я бы вам советовала это делать. Но если у вас еще, скажем, ну, непродвинутый уровень, то хотя бы эти два нужно выучить. Угу. Окей. Now. So, let's continue about superlative adjectives. Продолжаем про превосходные степени сравнения. Итак, интересная новость, возможно, не все знали, но если прилагательное стоит у вас перед существительным превосходной степени сравнения, да, прилагательное, тогда обязательно нужно использовать the.
Но если у вас это прилагательное стоит после существительного, ну, возможно, даже в конце предложения, то использовать артикль the не обязательно. Ну, например, так, sorry, one moment, что-то я сегодня листаю слайды слишком быстро. Так, one moment. Okay, so let's look. He is the fastest runner, да? У нас здесь прилагательное с превосходной степени стоит перед существительным, поэтому мы используем the. He is the fastest runner, то есть он самый быстрый. This runner is fastest или the fastest, и можно уже the не ставить. То есть здесь я специально взяла в душке, да, поэтому можно использовать артикль, а можно не использовать артикль, просто чтобы вы знали, что и так будет правильно. This runner is the fastest или this runner is fastest. Грамматически то и то допустимо. Угу. Okay. So, comparing different things or comparing same things in different situations. То есть тоже использование определенного артикля the будет зависеть от этих двух факторов. Сравниваете ли вы, ну, например, человека с другими людьми, или сравниваете вы человека с самим собой, но только в другой ситуации, ну, или предмет. Например, давайте смотреть. This cake is best when it's cold. То есть здесь мы что сравниваем? Торт с другими или с самим собой? So, are we comparing different things or are we comparing the same thing but in a different situation? То есть что мы сравниваем? Торт или ситуацию? Для него. Вот в данном случае, в этом предложении. Можете написать в комментариях, как вы думаете? С собой. Вот первый ответ пошел. Ну, то есть, да, мы его сравниваем не с другими, а с самим собой, но только в разных ситуациях. То есть, когда он может быть холодным, теплым, горячим. Да, и поэтому в данном случае нам артикль the ставить не обязательно. Вывод. Когда вы сравниваете что-то при помощи превосходной степени сравнения, но только в разных ситуациях, одно и то же вы сравниваете, тогда артикль the можно не ставить. This cake is best when it's cold. Это будет правильно. Here we are comparing different cakes. And so this one is the best. So when you're comparing different things, then you should use the definite article the. This cake is the best. Mm-hmm. Okay, now let's go to practice, as usually my favorite part. And here you have an option to give your answers to different questions. So, Mike reads fastest. Let's put the or minus or zero. Вот, кстати, кто-то написал в комментариях, she is best of all, so she is best of all. Are you comparing her with other people? Then you should use the. If you're not comparing her to other people, but she's best of all in the morning, meaning she feels great in the morning, then you don't need the. Okay, and here, people, something that we should use the article, something that we shouldn't, but let's think. So, Mike reads fastest. Okay. Mm-hmm. Okay. So, if we put the superlative adjective at the end of the sentence after the noun, we can omit the. То есть в данном случае можно не использовать, да, определенный артикль, потому что наше прилагательное стоит в конце предложения. Okay, chocolate ice cream is... And please make the superlative out of good. Продолжите, пожалуйста, предложение, используя прилагательное «хороший» в превосходной степени сравнения. Chocolate ice cream is... And your options. The best. Okay, this wasn't so difficult. Uh-huh. So right you are. Chocolate ice cream is the best. Okay, let's take another one. London is depressing in January. What can you put into this sentence? London is depressing in January.
waiting for your options. Okay, okay, so somebody says nothing or zero, which is funny. А в чем же тогда прикол ставить такое предложение на превосходную степень сравнения прилагательных, если здесь мы ничего не поставим, ребята? Так, ну, интересно, хорошо. Somebody says most and then more or most again. So, смотрите, more у нас всегда будет, если мы не говорим, что я хочу еще, I want more. Если мы сравниваем, тогда мы будем использовать more than. Тогда было бы London is more depressing in January, что, в принципе, тоже может быть, да, то есть он более депрессивный в январе. Или most. London is most depressing in January because we're comparing London to London, but in different months, and in January it is most depressing. Okay, and somebody says London is so depressing. Okay, when you don't put anything, or you put more, or you put so, that is not the superlative comparison. Да, это у нас не превосходная степень сравнения будет, но тоже ответы правильные. Okay, now let's take this one. Kate is most happy, happiest, the happiest when she is on holiday. So Kate is most happy, happiest, the happiest when she is on holiday. So what shall we put in this sentence? Okay, number two, somebody says number one, number two. Okay, and number three. Okay, so we have basically all the options in your answers. First of all, if you can say happiest, you don't need to use most happy. То есть помним, что если у прилагательного есть слово для превосходной степени сравнения, то most или least нам использовать уже не нужно. Поэтому однозначно это будет number two or number three in the correct options. And then, if you think about it, you are comparing Kate with Kate, but in a different situation, such as when she is or isn't on holiday. Not Kate to other people. То есть вы ее не с другими людьми сравниваете, а саму с собой, но только в разных состояниях, когда она отдыхает и не отдыхает. Поэтому в данном случае, если сам с собой, то the можно не ставить. Kate is happiest when she is on holiday. То есть у нее, да, лучшее состояние, когда она отдыхает. Okay, let's take another one. Giraffe is tall animal. So what is the correct way to make a superlative sentence with this one? Mm-hmm. Takes some time for you to write, I know. But I believe in you. You can do it. The tallest. Okay, and that is absolutely correct. So, thank you. Okay, this was easy. Let's take another one. His shoes are dirtier than mine. So, let's make a comparison out of dirty. I am very happy that you can answer so quickly to an easy sentence. So that means that you clearly know and understand the rule. So what about this one? This is from the previous topic about comparatives. So more dirty. Dirtiest. Oh no! You fell into the trap. Вы попались. Судя по комментариям. Так, смотрите, если вы видите then, значит, это не превосходная степень сравнения, да? Значит, мы сравниваем два чего-то. Да? И в данном случае мы сравниваем обувь, мою и его. Если мы видим then, значит, нам нужно окончание er, не st, а er. Dirty – это слово, которое заканчивается на букву y, значит, нам нужно y заменить на i и добавить er. И будет his shoes are dirtier than mine. Угу. More мы используем там 3-4 слога и так далее с более длинными существительными, прилагательными, простите. Поэтому в данном случае dirtier. Okay, what about this one? Dave is singer. What kind of singer is Dave? Let's vote. Definitely he's not a good singer. So, how
to tell Dave the truth. Let's make a sentence. Так, сейчас придется играться с айпадом, чтобы вам было видно. Люди, пожалуйста, сейчас не добавляйтесь в эфир, потому что из-за ваших заявок не видно текста. Так, the worst. Окей, ну интересный комментарий там, где worst написано через букву A. Надеюсь, что это просто опечатка, потому что да, все, дальше пошли правильные ответы. The worst. Окей, and one last sentence. July is hot month of the year. So this is the last practical question I have for you today. So please write your answers. Okay, somebody's apologizing for their answer. It's fine. You know, I usually use, so I have an iPhone, and sometimes T9 does magical tricks to my messages. So totally understand you. Okay, and we have hottest. Okay, so some people think that hottest should be spelled with one T, and some people think that hottest should be spelled with double T. Давайте вспоминать. Короткие прилагательные. Один слог. Заканчивается на гласную и согласную, как в нашем случае hot, или у нас было с вами пример big. Значит, в таком случае мы при образовании сравнительной или превосходной степени сравнения должны удвоить нашу согласную, и получится the hottest, где будет double T. Okay, guys, good job. So now I would like to answer your questions, and then I will save this stream. And have 5 minutes with a guest. Итак, сейчас быстро отвечаю 3 минуты на ваши вопросы, потом сохраняю эфир, и будет эфир с гостем. Тоже будет вам вопрос по данной теме. Кто правильно первый ответит, с тем и буду разговаривать. В прямом эфире на английском. Быстренько листаю вопросы, которые уже были заданы. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их пока в комментариях. Я пока долистаю, на все отвечу. Так, кто-то написал, присоединюсь в среду. Замечательно. Буду всем рада на любом эфире. Всегда. Так. Я тоже хочу так говорить. Пожалуйста, записывайтесь на бесплатное пробное занятие к нам в школу. Много практикуйтесь. И нет никаких преград. Так, простите. Напоминалка. Так, что у нас еще? Здравствуйте, скажите, пожалуйста, со скольки лет можно учить детей с маленьких лет? Смотрите, если... Кстати, у нас на YouTube-канале есть классный ролик со мной «10 вопросов преподавателю», там, где я отвечаю на все эти общие вопросы, которые самые частые, буквально каждый эфир вы задаете. Если говорить очень кратко, то... С преподавателем в нашей онлайн-школе желательно с 4 лет, так как в этом возрасте формируется уже усидчивость, дети нормально идут на контакт легко с другими людьми, ну, в большинстве случаев, да, дети все разные. А до 4 лет мы все же рекомендуем дома с ребенком самостоятельно слушать песенки, смотреть мультики на английском, читать ему книжечки, если вы владеете языком, включать аудиосказки, то есть те же мои любимые песенки Super Simple Songs и The Singing Walrus, которые я часто на своих уроках использую с начальном уровне, они есть, и я точно знаю, вот в Apple Music в виде песенок просто, то есть если вы еще, как я, допустим, я не люблю показывать сыну много мультиков из-за того, что у него со зрением есть вопросы, то мы вот слушаем много, и он очень любит аудиосказки. Дальше листаю. Помню точно, что-то люди писали. Так. Это ответы на вопросы. Минутку, простите. Просто все же хотели ответить, да, на все вопросы. Так, действительно, имеет смысл заниматься с ранних лет? Ну, смотрите, я начала учить язык в 5 лет. То есть до 5 лет в своей жизни я с английским языком вообще никак не сталкивалась. И ничего страшного от этого не произошло. Поэтому я считаю, что никогда не рано и никогда не поздно. Просто все зависит от вашей ситуации. То есть если это можно сделать для ребенка, так сказать, не напряжно с раннего возраста, почему нет?
да, чтобы его познакомить. Если это вот прям развивалки, знаете, английский с 3 месяцев, то, ну, я лично против таких вещей. Так, как можно попасть к вам на обучение? Ко мне конкретно на обучение сейчас попасть нельзя, у меня полностью забит график, у меня все постоянные мои ученики со мной, вот, никто не ушел, поэтому мест не освободилось, но у нас около 400, может даже, не, больше, по-моему, около 500 уже преподавателей, но все время добавляются новые со всех стран мира. Вы можете на сайте зайти каждому на страничку, посмотреть их профили, посмотреть видеовизитку, дать запрос администраторам, какого именно преподавателя вы хотите. Поэтому вариантов очень много, пожалуйста, интересуйтесь. Так, здравствуйте, можно спросить к... Так, спросить к, не поняла. Цена на занятия, ну, смотрите, я не администратор, да, я не могу вам быстро отчеканить все цены, у нас есть занятия 25-55 минут, групповые, индивидуальные, с русскоговорящим преподавателем, с носителем, с англоговорящим неносителем, и все это, как вы понимаете, комбинации с разными ценами, поэтому здесь в Инстаграме есть в активных сторис сохраненный кружочек, такой написано «Цены», вот там можно посмотреть, или зайти на сайт allright.com, и там тоже, не поверите, есть цены, мы ничего не скрываем, все прозрачно, и сейчас у нас, по-моему, даже... Ну, вообще, в принципе, у нас постоянно проходят разные акции, рассрочки, бонусные уроки в подарок при покупке определенных пакетов. Поэтому интересуйтесь, можно администраторам написать, они все вам расскажут детально. И также хочу напомнить, что здесь в Инстаграме, в шапке профиля, есть ссылка на запись на бесплатный пробный урок. И также в активных сохраненных сторис есть ссылочка на запись на наши групповые уроки по Zoom. У нас до 6 человек, есть нулевой и начальный уровень. То есть, если... только-только детки начинают учить английский, вот туда. Так, у меня... Так, окей, про зубы это интересно. Хорошо. Так, окей. Ребята, я смотрю, что такие основные вопросы уже закончились. Если на какие-то я не ответила, можно написать администраторам. Вообще очень рекомендую в YouTube посмотреть со мной видео 10 вопросов преподавателю, да, и там на такие общие, основные по поводу изучения английского я отвечаю. Итак, я сейчас сохраняю данный эфир, перезахожу, и у нас будет 5-10 минут эфир с гостем. Я задам вопрос, у вас будет шанс первым ответить правильно. Так что жду вас в следующем эфире.